христианские притчи. Наследие святых отцов. Притча старца Амвросия Оптинского о скупости. Спросил один человек у старца Амвросия Оптинского: «Что мне делать? Скуплюсь я, отче?» «Начни отдавать сначала то, что тебе не нужно. Потом будешь в состоянии давать больше, даже лишив себя нужного. И придет день, когда ты будешь готов отдать все, что имеешь», — ответил старец и рассказал такую притчу. Один странник пришел в деревню и стал просить милостыню. Сначала он обратился к скупой женщине, и та отдала ему старый платок. Другая не пожалела для странника много хороших вещей. Только ушел он от них, как вспыхнул пожар, и все сгорело. Странник поспешил вернуться и отдал погорельцам все, что получил. Той, что много дала, много и вернул. А скупой отдал только ее рваный платок.